Привет! Это расклад для вас на картах Ленорман на такую тему «Что было, что будет, чем сердце успокоится». У нас в картах Ленорман тоже есть игральные карты. Игральные карты, они очень важные здесь тоже, поэтому здесь как бы две колоды в одной. Символы Ленорман и игральные карты. Поэтому много подсказок, много помощи. А карты перед вами вот выложены уже все. Приглашаю вас на расклад, актуально в тот день, когда вы нашли, или в тот час. И задавайте свои вопросы, расклад на судьбу. Что готовит судьба? Что записано для вас на небесах? А выкладка вот такая. Сейчас, через час, что было, что будет, и чем сердце успокоится. Что вам нужно знать сейчас? Это карта метла. И карта коса. Обе карты работы. Обе карты активных действий. И они говорят, что именно сейчас, когда вы смотрите, вам нужно знать, что события будут меняться. Жизнь предоставит вам возможности. И перемены приходят только тогда, когда человек начинает действовать по возможностям. Не упустите. Для того, чтобы не упустить возможности, нужно иметь такое зрение, чтобы все видеть. У нас у людей очень часто туннельное зрение. Мы сильно имеем фокус на чем-то одном и не видим других возможностей. Карта плетки говорит, что выметите все, что негативно, выметите из вашей головы все грустные, неоптимистичные мысли, которые вас только убивают. И концентрируйтесь на том, что можете сделать в определенный день. И карта коса говорит, что придет сейчас момент, вот уже сейчас, когда ваша жизнь начнет меняться. У многих это новая работа, карта метла – это работа, или же это новое событие в доме. И еще скажу, что вот сейчас именно тот день и час, когда ваша жизнь изменится. Это сейчас. А что будет через час, это имеется в виду, ну, немного позже. Корабль и букет. Важны очень карты. Обе карты счастливые. Букет – это омоложение организма, красивая внешность, здоровые финансы, когда много есть денег, хватает даже на букет. И это цветущие отношения, это близость, это страсть, любовь, взаимопонимание, потому что в букете цветы понимают друг друга, да, гармония в отношениях, а также благодарность там, заказчиков или же коллег. В общем, это хорошие отношения на работе. Кто не имеет работы, по этой карте работу найдет. А карта корабль – это перемены. Если так читать их вместе, вот так, да, как одно целое, тогда получается, что сейчас меня смотрят многие люди, которые в этот момент принимают важные для себя решения. Решения очень сложных, но так необходимых перемен. И вас жизнь уже поставила не перед выбором, а перед фактом, что вам нужно что-то менять. Многие из вас поменяют место жительства, переедут в другую страну или на другой континент. И корабль идет в сторону букет, так что вы будете счастливы в этом новом мире, в новых реалиях, в новых для себя обстоятельствах. Может быть, там другие законы, другой язык, все другое, но вы быстро научитесь, вы быстро интегрируетесь в общество, и вам там очень понравится, потому что там будет все у вас хорошо получаться. Там такое общество, ну, оно принято называть демократичное, туда, куда вы едете, что человек может творчески проявляться. Поэтому уже по статистике в таком обществе люди добиваются очень многого. Не потому, что там дороги медом смазаны. Нет, совершенно не так. А потому, что люди знают, что если они что-то добьются, это все будет их. Никто не заберет у них это. Как в автократии можно потерять все, да? Там правительство решит и заберет все. В демократии так невозможно. Потому что в демократии очень сильные законы, и все подчиняется чисто закону. Поэтому там вы найдете себя, вы вообще такой человек законопослушный. Поэтому туда, куда вы едете, вам, во-первых, очень понравится, и вы там найдете себя. Но это если вы переезжаете. Некоторые из вас меняют работу, и будет лучше на новом месте, больше денег. А некоторые из вас меняют отношения. С романтика, встреча где-то в поездке или случайно человека по судьбе. Букет – это счастливые отношения. Итак, у нас было сейчас, через час, что было, что будет. Ну, что было важно, потому что причинно-следственный закон, то, что было, влияет на то, что будет. Ну, смотрите, был предатель в доме.
Ну, здесь дом может быть ваша семья, такой domestic violence. Человек был узурпатором, врагом в семье и мешал вам жить. И змея — это, конечно, перемены, да? Вам нужно поменять что-то в семье или уехать вообще из этого места, из этих отношений уйти. Потому что аист — это перемены, это отношения новые, да, это новый дом, это, ну вот видите, еще и корабль был. Многие из вас такие поменяют или дом, или квартиру, или даже страну. Будет, было, вернее, это было, да. Был предатель, враг в доме. Вот видите, у вас было гнездо свое, благоустроенное, вам там жилось хорошо, счастливо, спокойно, нормально. И вдруг пришел какой-то узурпатор, какой-то враг, который разрушил ваше все будущее. Украл то, что принадлежало вам по праву. Это может быть как и партнер, и домашний человек. На работе может быть такой враг, поэтому денег стало недостаточно, но как можно жить без денег? Или, может, более глобальная тема, но здесь вы понимаете, что было плохо. Кто-то разрушил ваше представление о счастье, разрушил вашу безопасность, забрал у вас покой из сердца. Потому что змея идет на аист, это значит, пытается разрушить вашу жизнь. Но вашу жизнь разрушить невозможно, потому что вы не дерево, вы птица. Мы больше птицы, чем деревья. Мы можем переехать в другое место. И такая у вас судьба, и все будет у вас хорошо. На этом новом месте вы найдете счастье, это сразу видно. Или вы перейдете в новые отношения. Вы тоже не дерево, знаете, если человек к вам плохо относится, то у вас есть возможность найти другие отношения лучше. Так, теперь смотрим, что будет. Беру перед вами звезды и медведь. А, какие счастливые карты. Будет счастье, будет исполнение желаний. Звезды — это исполнение желаний. Медведь — это или партнер, или вы будете успешны. Медведь — это успех, продвижение себя, переход на новый уровень, где вы обладаете властью. Властью на исполнение желаний. Будут исполняться все ваши мечты. Будут исполняться все ваши желания, и вы найдете для себя счастье. У многих проиграется как счастье в личной жизни, потому что медведь — это... Оп, упала карта. А медведь — это, конечно, партнер, да? Я подвину, потому что я буду делать тоже вам фото сверху, чтобы вы хорошо посмотрели. Медведь — это человек, который вас любит, хочет вам счастья. Медведь — это вы. Это такой летний медведь, у которого все хорошо, он начальник леса. Лес — это ваше подсознание, это ваш мир, и в мире вы правите. Вот это самое верное предсказание. Правитель и звезда вашей звезды. Кто управляет вашей звездой? Начальник, партнер, сосед, подруга или какой-то дядя сверху, который законы делает, да, или угрожает вам? Или вашей жизнью управляете вы сами? Очень важно знать. И по этим двум картам вы начнете в будущем управлять жизнью сами своей. А это значит, вы будете очень счастливы. Вообще счастливый такой расклад, шикарный. Да. А теперь будем смотреть позицию, чем сердце успокоится. Выбираем с вами интуитивно. Возьмем вот эту с самого низа. Лиса. И вот эту. Карты разогрелись, горячие, на солнце. Хотят разговаривать. А письмо от лисы. Лиса — это вы, это ваше будущее яркое, гибкое, находчивое. Идете по своей дороге в своем лесу. Вы идете по своей дороге. Это карта тотемных животных. А медведь — это защита от негатива, а лиса — это умение проявляться в своей сути, в своей красоте, в своих талантах, в своей неповторимости. И вы должны это найти. Я знаю, что это найти очень трудно, но те, кто ищет, те всегда найдут. И вы сможете проявляться по своим талантам. И это даст вам огромную свободу. А здесь бумаги на владение. Вот на владение, пожалуйста, красивой жизнью, да. Я же говорю, что у вас будет все хорошо в личной жизни и в быту. Вы будете очень счастливы. Это может быть деньги, новые дипломы, это какие-то визы, это выигрыш в чем-то. В общем, что-то очень хорошее будет.
Это вы, это лиса. Вам нужно вот быть такой, как бы самобытной. Что такое самобытной? Самой собой, свое бытие, да? Самобытие. Жить своим бытием. Это очень важно, быть самобытным человеком. Вам это советуют карты для персонального счастья. Сейчас я вам покажу сверху. Может, вам хочется еще послушать, что карты без меня скажут. Я стараюсь карты читать, потому что у меня есть опыт большой карты читать, да? Но карты иногда показывают намного больше, если вы на них смотрите и получаете от них заряд энергии тоже. Поэтому я показываю всегда крупным планом, еще и сверху. То есть, чтобы вы с разных ракурсов понимали свою жизнь, то, что с вами происходит. Иногда так бывает, что карта начинает смотреть на вас. Это как медитация, да? Когда долго смотрите на что-то, например, на карту или на свечу, вы получаете особую помощь. Ну вот, по-моему, так не очень хорошо видно, по-моему, так лучше. Желаю вам счастья, всего самого лучшего. Приходите на мои новые и старые расклады. Везде получите помощь, подсказку. И везде получите совет. Друзья, можно меня поблагодарить словом или делом? Я делаю расклады. Поэтому было бы классно, если бы вы могли, ну, нашли возможность, или, может, вы благодаря раскладам станете богаты, я точно знаю, что это будет. Позволить купить мне раз в месяц там чашечку кофе или даже меньше. Это называется спонсорство канала или донат. Благодарю. Донат можно послать у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. Потому что я не принимаю людей. Я делаю только расклады для всех. У меня много подписчиков, и у меня есть обязанности перед подписчиками. Я тоже люблю это делать. И поэтому я не завишу от клиентов. Я независимый, совершенно независимый предсказатель. Я благодарю вас, если вы стали меценатом моей работы. Я точно знаю, что у вас будет все хорошо, что вам в жизни повезет, и то, что вас ждет счастье.